2 апреля состоялось подписание муниципального контракта с подрядчиками по ремонту дорог. После этого компании могут провести свой аукцион на привлечение субподрядных организаций. Напомню, в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в Кирове будет отремонтировано 82 участка общей протяженностью больше 90 километров. На эти цели из федерального бюджета будет выделен 1 миллиард 187 миллионов рублей. По результатам аукциона было определено два подрядчика, которые займутся ремонтом дорог. Это «Вятавтодор», они отремонтируют 28 улиц, и «Гордормострой» 54 улицы. Как отметили в дирекции дорожного хозяйства, между заключением контрактов и началом проведения работ в этом году большой разрыв. И вот с чем это связано. Во-первых, это предполагает и сама программа «Безопасные качественные дороги». А во-вторых, в этом году проводится очень большая работа над ошибками прошлого года. Это по поднятию горловин колодцев. Вот сейчас идет усиленное обследование с владельцами подземных коммуникаций по поднятию горловин колодцев, либо по ремонтным работам на подземных коммуникациях. Значит, ну и в результате, значит, проведенных торгов подрядные организации должны, кроме этого, закупить материалы для приготовления асфальтобетонных заводов. Значит, субподрядные организации после заключения с ними договора, они должны лабораторные, значит, где-то испытания проводить, заключить договора с лабораториями сертифицированными.